Ребята, всем привет! Мы на канале «В поиске кланов» с Серегой. Ну что, пришли выходные? Деревня. Всем привет! Мы на канале «В поиске кланов» с Серегой. Нашел тут местечко, ездил. Сейчас вам покажу, ребята. Место просто офигенное. Ну не знаю, будет там что не будет. Место вроде не битое. Надо прошурфить, посмотреть. Сейчас покажу все, ребят. Друзья, пройдем мы по дорожке, по тропинке. Через такие завалы немножко. Сейчас нашему взору откроется то местечко. Сейчас мы проползем тут. А крапива, зараза, курица. А вот и наше местечко, ребята. Посмотрите, какая красота. Друзья, вот такая вот старая дорога. Старая-старая дорога. Сейчас мы ее будем шурфить. Ребята. Все, сейчас я разложусь и начнем. Друзья, какие старые деревья. По обеим сторонам стоят. Очень старый. А дорога эта вела в одну очень богатую усадьбу. Очень богатую, ребята. Жил там один фон барон, блин. Вон, посмотрите, какой гриб стоит. Видали? Это, ребята, называется гриб-дождевик. Вот такой вот размер, вот такого нереального. Это дождевик. О, вот такой вот размер. Офигеть. Ладно, мы не за грибами все приехали, а искать клад. Ребята, первая находочка. Старые 10 центов 91 года образца. Вот такая вот фигнюшечка. Ну что, ребят, первая монета. Одна копейка, 1914 год. Николашка II. Не в очень хорошем сохранении, но мы на верном пути. Это я прошел тут буквально минут 10. Копеечка есть. Будем искать дальше, ребят. Вот здесь я немножко с дороги отошел по окраине. По краю дорожки. Потому что я думал, что под дорогой там каменная дорога раньше была. Сейчас просто все засыпало, заросло. И надо искать по краю. И есть монетосина. Одна копейка. Ой, ребята, искать здесь очень. Корни кругом, блин. И очень много вот такого дерьма. Как и везде. Бухарский динарий. Тяжело. Затодняет поезд, кругом звенят. Блин. Алкаши здесь побывали. А так вот, ребят, что корни кругом, корни, коренья. Приходится каждый сигнал буквально выдалбливать из-под земли. Чтобы даже корни, чтобы не поранить. Пытаюсь аккуратно копать, корешки не повредить. Так, ну ладно, будем продолжать, что у нас час есть. Сделаю я, ребята, обзор на первый день копа. Потом сюда еще, конечно, буду возвращаться. Здесь еще шуфить. Так что буду по частям выкладывать, понемножку. Ладно, ищем дальше, ребят. Ребят, попалась мне такая вот ручка какого-то древнего автомобиля, хромированная, он хром облазит. И один цент попался. Никчемный цент. Алюминиевый. Ладно. Не отчаиваемся. Место-то хорошее. Я тяжело искать, блин, корни и алкашиные пробки, комары, заразы, что-то вообще разбушевались под вечер. Вот что я за 2 часа накопал. Борош мурдяка, как всегда, нахер. Копал все сигналы, блин. Ну вот, три монеты всего лишь. Две беспонтовые, ну это тоже, блин. Копейка, блин. Николая, 914 года. А так вроде ничего больше попадается, не знаю. Жизнь какая-то, блин.
трава спадет, может, здесь еще осенью похожу. Может, еще сюда приеду. Но все-таки сделаю первую часть. Сделаю первую часть, ребята. И будет по-любому вторая часть, я сюда еще приеду. Смотрите, ребята, какие яблочки растут. Яблочки попробуем. Кака. Ребят, вы были на канале «В поиске кладов». Пока. Вот такой грибок.